Всем привет, с вами Зяблик, и мы будем играть в Age of Fades. Я вижу зеленого. Да, ну просто... А, я за зелёного. Age of Fades, мы давно ее еще скачали, потому что мы все эти дуперы установили. И она удалилась. О, а я упал в текстуру. Вспомнили об этой игрушке, решили на себя. Так, я же за зеленых, да? Да, я за синих. В моей команде. О. Вот ты за меня можешь. Это... Ты за меня можешь, слышь, перейти. Точняк. Так, как тут переходить, я уже забыл. А, нет, я за тебя перейду сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, да. Блин, в моей команде Чак Норрис, это эпик. Так у него 0 киллов. О, я за тебя перейду. Так, ищем синих, мочим синих. А, надеюсь, не меня. У меня тут пропускали, надеюсь, я с твоей команды перешел. No. You're is blue. You green! Да. Green! А, это свой, точнее. Я уже привык раньше за синих играл постоянно, мочил зеленых. Ищем синих, мочим синих. О, фак! Мы, конечно, сейчас оставим ссылку на эту игру, если она, конечно, вам понравится. Это что-то типа смесь. Ну, я не буду сравнивать все, Потому что эта игра... Смесь Майнкрафта и Counter-Strike. Почему она сразу сделала Counter-Strike? Не знаю, потому что тоже мало оружия. Все однообразное. Так, а ты Фак. Где находишься, Крис? Не знаю, где-то в середине города, кажется. Я тут вообще заблудился. Типа здание, вот, типа Олимпиада какая-то проходит. Есть это, какой-то тут чел рядом со мной, The Back. Его завалили. Ну я, видишь, там вот я один нахожусь, и... А, я в квадрате F3. Алло. Ага. Крис, я в квадрате F3. Я в квадрате... Блин, я карту не вижу, мини-карту. На M нажми. У тебя экран, что ли? Ну, у меня факинг щит с экраном. Я в квадрате F7. Я, ладно, иду к тебе. Давно, конечно, эту игрушку не взял. Так, сейчас я в квадрате... Да, я буду ждать тебя в этом квадрате, потому что более безопасно. В квадрате F7 слева с краю, прям. F7. А, я как упал. Я буду сидеть под деревом, мочить их. Из автомата на дальних дистанциях, блин. Вижу. От кого я это услышал, но говорят, что в Ace of Spades стоит под собой блоки, это читерские. Читерские? Ну, да. Сами они читеры. Ну, я не знаю, ну, некоторые считают, совет в этой игре, не держите долго левую кнопку, когда у вас в руках граната. Потому что эта граната может взорвать вас. Крис! Фак? Крис, ты где? О, я вижу к тебе, Крис. О. Привет, Крис. Hello, Лос. Привет. Иди по башке лопатой. Бегом. Чё, наступаем? Да, наступаем. У нас у обоих автоматы, так что мы наступаем. Потом возьму винтовку, буду кемперить. Фак! Ну, Крис, я за тебя отомстил. Крис. Вот, тут быстрый спаун. Смотря сколько ты раз умрёшь, ты где находишься? Точняк, помнишь нашу традицию, надо ломать всё? Да нет, сейчас мы нормально должны играть. Это же типа, мы играем в эти два. Нет, не поиграли. Крис, ты находишься, давай сгруппируемся, нам нужен план. Так, квадрат. Давай на стадион пойдём. Квадрат Х4. А где к нашей базе? Видишь, что наша база находится в Г5, наша база находится. К нашей базе, понятно, Г5. Г5. Я в Г5. Ты меня видишь? Я вижу какого-то чела странного. Я в Г5 один.
Я прям в базе, думаю. Прям базу видишь? Я прям в ней стою. А, ты про эту базу, я про наш, блин. Я уже забыл, я про наш пакет говорю. А, пакет? Ну вот он, ты. Пошли. Крис. Наш. Точняк, нам нужен план. Нужен... Там синий. Наш план это подкоп. Слышь, Чак Норриса убили. No. Такого не может быть. А как мне оружие смотреть? Ай, ну как? Ну, что бить, да. Фак! Блин, 20 секунд спал. 20 секунд? Так, нам нужен план, реально. Короче, смотри, встречаемся на стадионе. Видишь такой стадион в квадрате F3? F3, да, вижу. Встречаемся на стадионе. Понял. Вас понял, сэр. Эй, почему я текстуре? Я летать могу, и я в текстуре. Ты можешь летать. А, я за нейтральную команду зашел. Крис, давай я буду подсказывать. Крис, ты где находишься? Я вышел из игры зачем-то. Не сходи на этот же сервер. Я буду как разведчик, я БПЛА буду, вот. Нет, лучше играть честно, лучше, чтобы оба мы воевали. Я типа БПЛА, ну давай немножко полетаю. Я БПЛА. Ты зайди на этот сервер. Я сейчас... Не вижу синего. Он убегает, я слежу за ним. Не надо, пожалуй, писать в комментариях, что мы нечестно играем. Мы просто развлекаемся. Ага. Просто это денёк. Ну. Денёк загрузки. День подошел к концу, мы устали. Ага. Нам просто хочется пофаниться. Да. Ой, я всех синих на карте вижу. Зеленых тоже. Прикольно, прикольно. Кто-то сломал постройку. Так, я в каньоне в этом, в Гранд. Я вижу синего. А ты где находишься? Грохнули меня уже. Короче, блин. Подойдешь к стадиону? Ага, не люблю этот рандом спаун. Смотри, к стадиону... А, нет, у стадиона нет синих. Чак Норрис мертв. На. Ты к стадиону подходишь? А вот, Крис, короче, я возле тебя. Я тебя буду направлять сзади тебя, брат. Крис. Так, иди, стой, подожди, я на разведку. А, впереди идет один противник. По твоей стороне. Где? Слева, да? Я вперед прям идти, как будто по этому вот побережью и вперед. Вон там вот, смотри. Ну? Вон там, вот тут противник, вот. Прямо со воротом, прямо со... Он пошел в здание, смотри, в здании противник, вон он. Вы прям по кругу ходите. Назад смотри, вон. Он вышел из здания, он между зданием и забором. Он прошел через забор. Выходи из здания, тут забор желтый. Он тут, вот тут прям стоит. Вот тут дорожка, он прям на дорожке стоит. Вот он, бей его! Хэдшот. Вот это командное действие. Еще бы ты меня видел даже. Ага. Чтобы легче было. Ты потом на видео посмотришь, как это все выглядит. Кто-то палатку строил. Ну-ка, ты разведываешь? Блин, сейчас через 6 секунд опять дед уже скажут, кто выиграл. Уже что ли? Много идет, аккуратнее, тут очень много идет противников. Где? Их расстреляли. Вон там, впереди по дороге. Блин, мапу поменяли. Ладно, что теперь будем играть честно. Немножко не хватит, конечно. Давай за синих. Нет, зеленый лучше маскируется, слышь? Ладно. Я успел. Зеленый. Ты вступил? Я за зеленых, да. А ты? Вау, какая тут мапа. Ты за синих перезаходи быстрее. Блин, как? На как, Б как? Русскую нажми, на Б. На Б русскую, Б. Два. Все, ты за меня? Да, ты за меня. Бартек рядом со мной какой-то. Тебе нам лучше найти бы друг друга сначала. Так, давай, наша тактика. Встречаемся возле нашей базы. Нет, встречаемся возле острова квадрат F3. Окей, я плыву. Чё, обойдем врагов наших, да? Угу.
что есть какой-то еще пустынный остров. Не, ну вот реально у людей есть это. Как фантазия, блин, карты строить. Я тоже. Из тупо простых блоков, которые даже не дерево, ничего, из тупо простых блоков строить карты. Мы же за синих, да? Мы за зеленых. А, понятно. Ты с чем? Я с метом. Я с автоматом. Что ты там будешь? Надо потом обоим взять винтовки и с этой горочки хэдшотить. Ой-ей, стой. Там в воде один. Там, короче, в воде один сейчас. Попробуй его, только у меня патроны могут кончиться. Где сколько всего патронов? О, ты видел этот подвал? Тихо, где этот чел? Этот чел сверху. Они в воде маскируются синие. О, кактусы, смотри. Тихо. Окей, одного хэдшота. Вот, молодец. Кстати, тут же хэдшоты считаются, как бы, что урон больше наносится хэдшотом, да? Да. Хэдшот с любого оружия, один выстрел. Так, справа идет один. Ого, да-да-да, ждем. Нет, я его вынесу. А, блин, ну, подождали. Лотос, я его убил. Он просто... Я ждал, когда он замедлится, что потом... Я около кактуса, смотри. Что ты не умираешь. Идет на горе, где сломали гигантскую арку. Один синий. Еще зеленый один и синий там. Давай он разберется. Еще что-то упало. Вася, что ли, укрепление? Граната! Стой. Не, укрепление слишком заметно будет. У меня FPS опустилось. Поднимайся, FPS. О, всё, спасибо. Потом на какой-нибудь карте себе сделаем укрепление. Ну, чтобы все возможности этой игры показать. Не, ну показывать мы будем позже. Сейчас мы просто так. Сейчас мы фанимся. Да. И у меня херовая новость. Я завтра уезжаю, так что снимать больше не будем пока сериалы. Кто-то упал. Мне кажется, они больше сюда не пойдут. Они поняли, что хорошая раздача печенья, значит, нам нужно перемещаться. Короче, давай, на ты тот, перемещайся, тот, я прикрываю. На тот островок. Давай, я на смотрю. Тот островок. Всё, теперь ты меня прикрывай. Подожди. Где-нибудь надо тут за кактусом сныкаться. А я слушаю музыку как раз вот под эту подстроенную. Тихо. А, это ты, блин. Как тут блоки копировать? Я забыл. А, на е. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что там такое? Хедшот. Убил? Нет, промазал. Он живой, он там что-то строит, блин. Может мне пойти танковать, потом возьму винтовочку? А, хотя нет, ты тут строй. Ты тут строй, а я сейчас да приду. Я не буду сильно строить. А да, это сильно не строй. Где такого укрепления хватит? Там, вон, на горе, вон, видишь, красный? Вижу. Нужно его немножко как-то стеснить, что ли. Так, как тут вэпон сменять? Да, вот, сейчас вернусь. Как бы я тоже винтовочку себе взял. Помнишь, как мы домик построили? Чё? Я слышал, что тут, блин, пули пролетели прямо у меня по духам. Кто-то тебя запалил.